Что такое коктейль? Напиток из определенным образом смешанных ингредиентов. Совершенно разные составляющие могут выступать в одной композиции, результат которой довольно пестр по исходным, но един по вкусу. Вот это единство разного и легло в основу названием коктейлем, подчас самых далеко отстоящих от напитков вещей. Но наша нынешняя тема не самая-самая дальняя. Здравствуйте, дорогие друзья! На повестке дня или утром коктейль морской. Креветки, мидии, осьминоги, кальмары, гребешки и карагатицы – эдакое ассорти морепродуктов. Ценное в первую очередь тем, что отдельно некоторые экземпляры в наших пределах найти не то чтобы очень сложно, но не всякий раз, озадачившись целью, отыщешь. А ведь, скажем, в том же морском гребешке какой превосходный белок, какая биологическая активность, необходимая для строительства новых клеток. Да к тому же, согласно древнегреческому мифу, именно из его раковины, если не из пены морской, родилась богиня красоты Афродита. Уже и поэтому не хочется называть этот красивый набор продуктов расхожим определением «гады». Афродизиаки – это пожалуйста, это с удовольствием. Да и в мировой кухне блюд с морским коктейлем к удовольствию вкушающих значительное количество. К примеру, на Филиппинах вас угостят синегангой малюсские креветки с фруктами, на Кипре – сипьей, каракатицей в чернилах, в Китае – омаром с корнями лотоса, а где омар, там и кальмар, по вкусу в хорошей композиции компании может быть похоже. А итальянская – брускетта с креветками, а испанская – паэлья. Однако давайте вернемся к тому, что у нас можно купить и что можно приготовить. Так вот, покупая мороженый или варено-мороженый морской коктейль, отдайте предпочтение пакетному, а не развесному варианту. И смотрите, чтобы снега так называемого там внутри было немного. Много снега, значит, коктейль уже размораживали. Дальше о собственной готовке. Подварить, припустить в кипящей воде с добавлением лаврушки и черного перца – первейшее дело. Но и вот еще о чем стоит помнить. Составляющие морского коктейля – креветки, кальмары и так далее – имеют слабо выраженный вкус, поэтому подавать их без соуса, подобно тому, как забыть о стильных украшениях к вечернему наряду. Не забыли, какие еще варианты соусов к морскому коктейлю возможны уже после рецепта. Рис с морским коктейлем. Морской коктейль поместить в кипящую воду на 2 минутки. Воду слить, коктейль обсушить. На разогретой с оливковым маслом сковороде обжарить чеснок, добавить соевый соус, уксус, крахмал, картофельный или кукурузный. Добавить морской коктейль, посолить, поперчить по вкусу, подавать с рисом и зеленью. И еще, как обычно, в вариантах соуса, особо подходящего к морскому коктейлю, кроме нами ныне приготовленного. Итак, ну, например, кокосовый, все то же самое, но без чеснока, да с добавлением кокосового молока. Или бальзамический. Бальзамический уксус уваривается с добавлением сахара до загустения. Сами понимаете, сегодня чесночный вариант мы выбрали как самый демократичный, подходящий не только к рису, но и к макаронам и даже к картошке. Приятного аппетита! Все на сегодня. С вами была Жанна Соловьева. Пока!